Мои папы спешат с малышами в детсад. Тему продолжит Эльмира Мухаметшина. А солнышко когда выходит, мы радуемся или нет? Воспитатель – не работа, не размеренная жизнь. Это служба без расчета, в ней призвание любить. Воспитатель детского сада. Люди такой профессии особенные. Не каждый отважится посвятить жизнь самым маленьким, делать с ними первые шаги в жизни, учить добру, любить своих родных и близких. Ланда Шленькова работает воспитателем в детском саду номер 7 «Колокольчик» вот уже 35 лет. Работая с дошкольниками, я не перестаю удивляться, насколько они все разные. Интересные, забавные, умные, любящие. И глядя в их детские глаза, ты знаешь, что ты им нужна, что ты для них вселенная. И когда стоял передо мной выбор профессии, куда пойти, в школу или в детский сад, я, конечно же, выбрала детский сад. Почему? Потому что профессия воспитателя – это для меня не только работа, это призвание, состояние души, образ жизни. И вот спустя 35 лет я задумываюсь, а правильно ли я выбрала свою профессию. И без сомнения могу сказать, да, я воспитатель, я горжусь этим. Ланда Шленькова с легкостью находит подход к детям. Дети учатся радоваться солнцу, дарить улыбки друг другу, изучают времена года и счет, и все это во время игр. Мы зайки бегаем. Мы играем еще и кубики. Еще мы играем в большие кубики, в маленькие. В этот праздничный день пришли поздравить воспитателя и ее бывшие воспитанники. Они приготовили своей второй маме букеты и открытки, сделанные своими руками. Камила и Карина с нежностью вспоминают, как Лилия Ленькова учила их дарить внимание близким. Ланда Шфазыловна была хорошей, очень доброй, учила нас. Мы уже большие, второй класс, в школе занимаемся, нам легче стоит. Когда я была маленькой, меня Ланда Шфазыловна научила хорошо себя вести, обращать внимание на дорогу. Она меня учила, как правильно вести себя на занятиях, руку поднимать. Я сейчас в втором классе в гимназии учусь на отлично. Она теперь учит наших сестренок, братишек. Пускай она будет так дальше учить. Жизненная кредо Ланды Шленьковой – от творчества воспитателя к творчеству ребенка. В этот осенний замечательный праздник я хочу поздравить всех воспитателей и работников детских садов с праздником. И от всей души желаем счастья, добра, благополучия, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников. Пусть любовью и светом озаряется их каждый день, и он входит в каждый их дом. С праздником! Очередной семинар-совещание.